Отличительные черты арбуза. Арбуз – растение семейства бахчевых, родина считается Южная Африка, выделяют три вида. Дикорастущий арбуз распространен в засушливом климате Австралии, Африки и Афганистана. Кормовой арбуз, столовый арбуз – наиболее известный и любимый. Форма напоминает шар или цилиндр, цвет разный – от нефритового до бледно-зеленого. Интересные факты. До начала 17 века ягоду привозили из Африки, и позволить себе такое лакомство могли только очень состоятельные люди. Долгое время арбуз в свежем виде не употребляли, его вымачивали и щедро посыпали острыми пряностями. В переводе с персидского арбуз означает «большой огурец». Ягода имеет свойство копить нитраты. Если выращивать арбуз с применением химических удобрений, есть большая вероятность получить отравление. Древнейшее изображение арбуза археологи нашли у подножья египетских пирамид. Ученые уверены, что это растение укладывали в гробницу к фараонам, и ценилось оно так же, как драгоценные металлы. Полезные свойства арбуза – жаропонижающие, мочегонные, слабительные, желчегонные, общеукрепляющие. Стимулируют работу кишечника, усиливают работу почек, мочевого пузыря. Магний и железо, входящие в состав ягоды, очищают кровь, нормализуют работу желудочно-кишечного тракта. Врачи рекомендуют употреблять как можно чаще арбуз людям, страдающим малокровием при болезни печени, наличии камней в почках и мочеполовой системе. Арбуз – удивительный дар природы. Благодаря большому содержанию воды ягода спасала путников от жажды. Широкую известность приобрело это растение и на славянских землях. Чаще всего арбузы едят в свежем виде, но нередко его маринуют и вымачивают. Он неприхотлив в уходе. Он прекрасно обходится без воды, хорошего грунта, но имеет слабость к солнечным лучам. Большое содержание в арбузе глюкозы как раз и заслуга природного тепла. Кроме того, в этом полосатом шаре много воды, больше 80%. И мало у кого возникает сомнение – арбуз – это ягода.